С 1970 года бассейн «Чайка» в городе Пересвет ни разу не закрывался на ремонт. Одна из главных проблем, сохранявшаяся на протяжении многих лет, плохая гидроизоляция чаши. Системы водоподготовки заросли накипью, оконные блоки устарели, были случаи обрушения рам. Сейчас главной задачей для рабочих является вычистить все старое и ветхое. Депутат Московской областной думы Александр Легков вместе с окружными депутатами в ходе своего объезда посетил и этот важный социальный объект. Рабочие нам показали, какие работы сейчас ведутся, что будут выполнять, где будут тренерские находиться, где будут раздевалки, душевые. Ну, в общем, пока в таком формате ознакомления прошли по всему бассейну. Основное, сейчас еще спросили, как с детьми, потому что сейчас детей распределили по бассейнам, которые находятся как можно ближе. Вот. Ну, в этом моменте, конечно, есть неудобства для жителей, но жители все равно должны немножко как бы войти в положение, понимать, что ну, это делается для них. И это очень здорово, что через короткое время будет новый бассейн. Я думаю, что все оценят, и мы надеемся, что положительные отзывы будут.